Добрый вечер, программа «На Справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, я с удовольствием представляю гостя студии. У нас сегодня Нисан Ройтман, секретарь правления Харьковской областной организации Национального союза журналистов Украины. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Пользуясь случаем, наверное, хотя и несколько запоздало, понятно, что сегодня у нас есть повод встретиться и поговорить с Днем журналиста. Да, вас также. Спасибо. Ну, праздник в нашей стране в последнее время достаточно грустный, потому что демонстрируется четкая тенденция, по крайней мере, со стороны тех организаций, которые занимаются мониторингом, снижение вот индекса свободы слова в Украине в целом. В Харькове, на ваш взгляд, та же тенденция прослеживается или нет? И вообще, как работается вот в последнее время харьковским журналистам? Вы знаете, мы решили эту грустную тенденцию сделать веселой. Мы впервые в истории нашего города, впервые за 21 год независимости провели Национальный день журналиста Украины как массовое общегородское мероприятие. Проводили мы его на стрелке реки Лопань. Мероприятие удалось, всем очень понравилось. У нас был и оркестр, у нас была и каша. Ну, то есть, как говорится, как у людей. Впервые журналисты смогли это сделать. Что касается вашего вопроса о том, насколько комфортно работается журналистом, я могу сказать, вопросы, конечно, есть. Но, как всегда, они лежат и во внешней сфере, и во внутренней. То есть, наверное, надо не становиться в пятую позицию, а искать решение вопроса. Вот как мы это сделали при перевыборах, значит, правления нашей областной организации. Там была какая-то интрига, если я не ошибаюсь, да, связанная с избранием нового. Да, интрига уже исчерпана. Я могу сказать, что к стыду тех, кто ее пытался закрутить, она кончилась тем, что не далее, как 5 числа, Михаил Маркович Добкин встречался с Александром Александровичем Голубом, вновь переизбранным председателем Харьковской областной организации. Состоялся очень конструктивный разговор, в результате которого была достигнута договоренность о сотрудничестве. Михаил Маркович пообещал выделить помещение в здании «Газпрома» и для организации, и для пресс-клуба. Вот. И, то есть будет работать пресс-клуб, да? Во всяком случае, он просил его организовать. Угу. Вот. Все это телезрители смогут увидеть в пресс-конференции Михаила Марковича, которая будет транслироваться по каналам, я думаю, вашим тоже. Вот. И я не вижу необходимости говорить об этой негодной попытке посадить, как у нас принято говорить, провладного кандидата на этот пост. Кстати, человек, который на это планировался, это хороший человек, полезный для нас. Это близняк Вячеслав. Вот. Он прекрасно работает в нашем правлении. Я внес предложение избрать его в правление. Его избрали в правление. И вот то, что наш праздник прошел так успешно, очень большой вклад это был именно его. Угу. Я хотел бы еще поговорить вот о чем. Роль, в принципе, таких организаций, как Союз журналистов, как профсоюзы, в том числе независимые профсоюзы и так далее. Ведь, в принципе, в последнее время складывается довольно странная картина. Сами журналисты не очень представляют себе, зачем вот эти организации нужны, и в какой-то мере они предстают как какие-то атавизмы, знаете, вот советской, наверное, или где-то вот постсоветской эпохи. Я в таких случаях всегда апеллирую прежде всего к цифрам и фактам. Значит, посмотрите, Харьковская областная организация за отчетный период выросла вдвое, теперь насчитывает 1200 человек. Всего по Украине, у нас больше 20 тысяч членов нашего союза. Это говорит о том, что союз наш пользуется авторитетом. У нас произошли перевыборы и центрального правления. Значит, произошла, так сказать, перезагрузка. 15 лет союзом руководил Игорь Лупченко, к сожалению, ныне уже покойный. И вот в конце мая вместо него избран Олег Наливайко, предыдущая должность президент УНИАН. Значит, сейчас верстаются планы с тем, чтобы решить один из кардинальных вопросов, который был поднят на съезде. Мы просто творческий союз или мы действительно, как вы сказали, профсоюзная организация, которая может и умеет защитить своих членов. Этот вопрос поднимался многими областными делегациями,
И сейчас, в общем-то, планируется собрать конференцию по изменению устава, и там этот вопрос тоже будет рассматриваться. Я могу сказать, что, к сожалению, единственный прокол главной деятельности Союза – это то, что мы не превратились в корпорацию. Мы не чувствуем друг друга как члены одной семьи журналистской. И наши внутренние чвары льют воду только на мельницу противников свободы слова. А почему вот у нас нет, у нас у журналистов, в том числе у харьковских журналистов, нет и многие годы, наверное, не было какого-то чувства единения. Даже у тех, кто, ну, в общем-то, в сходные ситуации попадает, которые какие-то проблемные и так далее. Я вам могу сказать так. Журналистика, как современная профессия, насчитывает историю в нашей стране, ну, если вычесть первые 5 лет становления, всего 15 лет. Это не срок. Вот. И поначалу из всего того, что принесла новая политика, наши коллеги, к сожалению, видели только одно – конкуренцию. Вот я лучше, вот я больше зарабатываю. Вот. И надо как-то своего конкурента утопить. То есть применялись те же примерно приемы, что и в бизнесе, а мы не в бизнесе. Мы должны быть корпорацией. Тогда мы будем непобедимы. Вот есть просто какое-то чувство, что существует все равно некая тусовка, да, вот журналистов, да, которые действующие, да. А вот корпорация как таковой, корпоративного духа как такового, знаете, ну, за редким исключением. Знаете, я думаю, что мы на правильном пути, потому что я хочу вот вас познакомить с составом нашего правления. Всего 27 человек. Вот я вам называю людей, чьи имена известны всему городу и как журналистов, и как общественных деятелей. Вы поймете, что эти 27 человек вот смогут эту ситуацию изменить к лучшему. Прежде всего, это Александр Маркович Бандурко. Ну, Вячеслава Березняка я уже называл. Валерий Данюк, известный в Украине издатель, газетный издатель. Константина Киваркяна, я думаю, представлять не нужно. Александра Кирша тоже представлять не нужно. Викторию Маренич тоже представлять, ну, да, не нужно. Евгений Маслов, это редактор, пускай и оппозиционной, но профессиональной газеты, который очень активно работает в Союзе, очень активно работает в Громадской Раде. Я думаю, и тоже он надо умеет, представлять как, особо как, не надо, и Маслова, да, знают, да, все. И это он умеет, как никто другой, отделить политику от профессиональной деятельности. Ну, он замечательный, да, да, профессиональный журналист. Это он не отнять, он, да, профессиональный человек. Профессионал, профессионал во всем. Вот. Владимир Оревенко тоже все знают. Сейчас он преподает в университете Каразина, а последняя должность перед этим он был редактором газеты «Слободский край». Ангелина Абрамовна Солдатенко, тоже помнят все харьковчане, она тоже член нашего правления. Юрий Чумак, известный правозащитник. Да. И завершает наш список, к сожалению, только вот по алфавиту, Александр Швец. Это телекомпания «Орион». Вот такой у нас, я скажу, звездный состав. Вот. Сейчас идет структуризация этого правления. Мы наметили 7-8 направлений. Значит, ими уже намечено, кто будет руководить. Я буду руководить орготделом. Вот. И каждый из руководителей вот такого вот подразделения будет секретарем правления и будет составлен секретариат, который, собственно говоря, и будет как бы исполнительным органом нашего правления. Мне кажется, что это разумный подход. Он еще не до конца утвержден, не до конца структуризирован, но я думаю, что мы идем верным путем, потому что примерно такая же структура будет и у центрального нашего управления. Есть еще одна большая тема, о которой сегодня хотелось бы поговорить. Я хотел бы сегодня затронуть вопрос так называемых языковых законопроектов, которые приняты в первом чтении Верховной Рады, касаются функционирования региональных языков. Почему, собственно, тема-то, в общем-то, у нас достаточно схожа. Вопрос, на каком языке вещает канал или на каком языке выходит издание, во многом определяет в нашем, по крайней мере, регионе успех издания и, собственно, творческий путь того или иного журналиста. Да? Вот ваши отношения и отношения, может быть, ваших коллег по областной организации Союза журналистов Украины к тому, что было принято в Верховной Раде. Вот нужны были такого рода законы или нет? Я могу сказать только о своем отношении, потому что мы направление это еще не обсуждали. Мы пока занимаемся только рабочими вопросами. И вообще, я думаю, мы в политику особо лезть Ну, не это будем. Не только политика, это ведь то, что, да, касается. Да, но это нас касается непосредственно, да, это вопроса языка, да. Но мы еще не обсуждали, поэтому я скажу свое мнение. По большому счету, в цивилизованном обществе этот закон не нужен. Есть государственный язык,
И языки функционируют так, как они функционируют. К сожалению, в Украине вокруг этого ведутся постоянные игры. Я не боюсь быть банальным, но это так. Вот. И вот, видимо, с целью прекратить эти игры, вот та ситуация, которая есть сейчас, и которая, мне кажется, всех устраивает, просто озаканивается. То есть делается конкретно в письменной форме, как они должны функционировать. Вопли о том, что таким образом убивается украинский язык, это просто мелкое жульничество. Никто на террен украинского языка не посягает. Вот. Разговоры о том, что русский язык здесь никак никогда не ущемлялся, вранье. Я мог бы привести десятки фактов, но я приведу только один. Померанчевый министр высшего и среднего образования издал в свое время приказ, по которому в стенах любого учебного заведения, вне лекций и уроков, запрещалось разговаривать на другом языке, кроме украинского. Это как называется? Это называется языковым фашизмом. То есть человек, придя к себе на работу, вынужден был разговаривать исключительно на украинском под угрозой увольнения. Вот таких фактов можно привести множество. Делались вещи как бы незаконные, не освещенные законом, но когда приходит, допустим, вице-губернатор в учебное заведение и говорит, с завтрашнего дня вы будете преподавать исключительно на украинском языке. А где учебники на этом языке, где те же самые словари, а их нет. А я ничего не знаю, я вам приказал делать. Было такое? Было. Было. Такое. Была ситуация, собственно, связанная в большей степени с нашей профессией, поэтому, когда да, многие журналисты... О нашей профессии говорить не приходится. Пишется в лицензии на вещание тільки українською мовою. І все. А слушают в этом украиноязычном городе или не слушают, это никого не интересовало. Вот. Какие-то квоты на исполнение украинских песен. Можно подумать, что украинские песни, настоящие украинские песни, нуждаются в каких-то квотах. Да их поют во всем мире. Вы знаете, если кто-то хочет выучить язык, его учат. Я приведу такой потрясший меня факт. 2 года тому назад в Донецке на конкурсе на лучшее знание украинского языка победил негр. Ему так понравился украинский язык, что он самостоятельно его изучил и победил на таком городе, в таком культурном центре. Так вот, я хочу спросить у родителей за украинский язык. А что вы сделали для того, чтобы широкие массы населения этот язык изучили? Я хочу привести таких 2 примера. Когда в 1924 году советское правительство выяснило, что она стоит перед стеною абсолютной безграмотности, была объявлена война неграмотности, это так и звучало, и призваны все грамотные люди помогать изучать чтение и счет. В 2 года страна стала абсолютно грамотной, а после войны нашу страну, и, по-моему, до сих пор, называют самой читающей страной в мире. Для этого нужно было только желание и воля. Возьмем другой пример. Государство Израиль, где государственным языком на момент его провозглашения таковым являлся мертвый язык. В пять лет израильское общество стало говорить на иврите. Все, без исключения. Теперь там языковый вопрос уже никого не волнует. Что касается нашей ситуации, что делать? Вчить украинскую мову. Девчить. Нужна государственная программа по изучению украинского языка всяким желающим. Это должно поощряться. Должны быть созданы бесплатные курсы, куда может прийти каждый, который скажет, я хочу учить украинский язык. Для этого должно быть достаточно учебных мест. Это самое простое и самое правильное решение этого вопроса. Что же, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Увы, время наше эфирное исчерпано. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что смотрели нас сегодня. До свидания. До свидания.